привет! Всем привет! Всем привет! Я тебе скажу, сегодня я Соня, а завтра буду Даша, да. Сегодня мы с Соней, да. Маша и Соня. Решили вам снять видео, ответы на вопросы всякие, которые вы задаете. Мы, кстати, в Питере сейчас. Опа, да, я, кстати, написала в Твиттер, что мы снимаем видео, пишите свои вопросы. И первый вопрос, который мне пришел, как вы познакомились с Classes Internal и какая была первая мысль при встрече? Как мы познакомились с Соней? Давай я расскажу. У нас есть... Давай, говори. У нас есть общая знакомая, и в один вечер она мне пишет: «О, Маша, пойдем выпьем чаю вечером». Это было в Милане, кстати, и мы встретились на площади дома, стояли, ждали Сони, и Соня такая подбегает к нам: «Ой, как я замерзла, да, пойдемте да. пить чай». И мы сели просто на фоне дома, пили да. чаек, болтали, разговаривали. Просто love story, да. полная. Да, конечно, мое первое впечатление было, что Маша безумно красивая. А мое первое впечатление... Я знала то, что... А что это замороженная какая-то бежит безумно? Нет, я знала о существовании Сони, разумеется. И когда я увидела Соню, ну, то есть я не сделала так, как просто: «Соня!» Это Соня! Да! В этот момент девочка-то уехала, мы с Соней начали гулять очень много. Да. И потом мы просто поняли то, что мы думаем об одном и том же. То есть мы можем идти по улице, и мы такие: «Ты тоже об этом подумала?» Да, да, да. И просто одно и то же восприятие этого мира. Всем говорила, что: «Боже, я отдам все, я продам душу, чтобы не быть в Милане одной». Я в прошлый раз была в Милане, было жутко, ужасно. А вот как раз, когда я была с Машей, это просто была лучшая поездка, мне кажется, все недели мод. Была и в Париже, просто то время, когда мы провели вместе, это была неожиданная такая встреча, которая изменила, мне кажется, не только месяц, а год и жизнь. Когда встречаю человека, мне хочется от него чему-то учиться. Я как будто погружаюсь в этого человека и изучаю его мир, да. изучаю его восприятие этого мира. Ведь я вижу мир одними глазами, Соня видит другими. Ну, у нас, да. кстати, похожие ну, видения. Да. Но вот разные люди, они... видят мир по-разному, это круто. Yeah. И когда человек тебя тянет вверх, когда ты с ним можешь просто... Мы целую ночь сидели и разговаривали. Yeah. О чем? Да. Я не знаю. Ну, не знаю, скорее знаю, но... Лучше, да, не важно, не суть. Да, так что вот такая история. А что я тебя подумала в первый раз, когда я тебя встретила? Да ничего. Любите ли вы дискотеки? Нет. Потому что надо пить, чтобы находиться в таком драйве, ну, тебе как? Нужно ну, быть да. под чем-то. Да. Ты не можешь находиться да. в клубе, и все люди, они под чем-то, да. и ты как будто не в своей тарелке себя ощущаешь. И вы можете мне говорить, что это не так, но я пробовала не да. так, и это нет. Нельзя находиться не в клубе. Да. И не то, что я советую там пить или что-то, просто мне и так не нравятся клубы. Если мы любим такие домашние вечеринки да, какие-то. Да. Когда ты дома с своими друзьями, да. тебе можно находиться в трезвом состоянии, не под чем. Да. Тоже мы также можем включить музыку, танцевать, но только не с незнакомыми людьми, а в своем клубке. Да. Как. Соня, тебе вопрос. Ты завтра едешь в Торонто, и куда ты потом собираешься? Надеюсь, у вас будет влог из Питера. Ну, влога из Питера нет. Ну да. И, к сожалению, влогов даже в Москве нет, потому что я уже... Если бы я вам снимала влог из Питера, вы бы все отписались от меня, потому что я просто ходила бы и рыдала, наверное. Но я еду, да, в Торонто на 2 дня, и потом я еду в LA на Coachella, и в LA я, наверное, останусь. Наверное, многие не знают, что такое Coachella. Coachella — это музыкальный фестиваль, где там играют просто огромное количество музыкантов, всяких жанр. Там AC/DC будет, Drake, The Weeknd, который я просто молюсь, просто это будет великолепно. Weeknd? Да, The Weeknd будет там. Ты я знаю. Шутишь. Да, нет, я не шучу, ты это шутишь. Просто мечта. Но я его уже видела, но все равно. Ты шутишь. Да. Да, там будут все просто. Я не знаю, это будет... это просто я пошла мечта. Поплачу. А самое главное, что это у меня получилось, что это работа. Я работаю с менеджментом и, не знаю, как-то просто работа мечты у меня опять получилась. Мечтайте, кстати, блин. Да. Я просто хочу сказать о том, что надо мечтать. Потому что мне все не верят. Реально, все, что я имею сейчас, да. я родилась в маленьком городе, у меня небогатая семья. Я просто, ну, мою биографию да, да. мало кто да, знает. Да. И я сейчас имею все, что я... Я об этом даже не могла мечтать. Моя да. мечта была просто поехать в Париж. А в итоге я просто за год объездила полмира. Да. Вы просто мечтаете. Мысли настолько материализуются. Да. Ваши любимые цитаты когда-либо? Боже, мне кажется, что я ходячая цитат-книга какая-то. Потому паблик что паблик цитаты Сони да. в ВКонтакте. Серьезно, это жесть. Моя любимая цитата в последнее время... Паула Коэля книга есть. Угу. И вот, кстати, про то, я что знаю. Я говорила, да. И там... есть такая цитата, то что если чего-то очень сильно захотеть, то вся вселенная будет с вами заодно. Это вот, кстати, про да. то, что я говорила раньше. Я согласна. Что для вас значит дружба?
О, кстати, у меня вчера интервью было, и меня спрашивали этот вопрос. Мне кажется, что многие люди слишком задумывают этот вопрос, говорят, что у меня там только два настоящих друзей, остальные просто не настоящие друзья. И это как-то грубо, мне кажется, и обидно говорить так. Если ты дружишь с кем-то, а потом говоришь, что ты не настоящий мой друг, там типа. Потому что настоящие друзья должны быть такие, такие, такие. Я не знаю, мне кажется, что любой человек, с которым я общаюсь, для меня друг. Потому что я не общаюсь с людьми, которые я не вижу, как потенциальный друг для меня. Которые не дают какую-то тебе хорошую энергию. Я не знаю даже. Которая открытость какая-то, искра, вот как ты говорила. Да. А я думаю, что дружба у меня это очень сильное слово, оно имеет большой смысл. То я всегда считала, что друг это тот человек, который тебе поможет в беде. И один раз мне мама сказала, что нет, это ошибка, потому что друзья проверяются не в беде, а в радости. Да. Когда действительно у тебя все хорошо, когда ты действительно счастлив, и когда человек с тобой искренне радуется за тебя, а не начинается зависть и так далее. Вот для меня это дружба, когда человек с тобой в радости, когда... Да, я согласна с этим. Для меня как-то даже, мне мама всегда там, не то что ругается, но как-то говорит, Соня, ты о чем вообще, зачем ты грустишь? Я чувствую других людей и их не боли, их несчастье, просто я как спонж, я все это впитываю, и если я люблю человека как друг, неважно как, если я просто искренне, я настолько чувствую счастье для этого человека или просто боль, я не знаю, но мне кажется, что это нормально и хорошо, ну, даже если я страдаю за другого человека, мне наплевать. Ну да, я тоже, кстати, так. И ты как энергетические люди, как вампиры, они у тебя забирают. Да. Если им грустно, ты им отдаешь хорошую энергию, ты тоже начинаешь грустить. Да. А вот мы с Соней, мы идем, и если Соне даже грустно, и мне грустно, и мы встречаемся, и мы все время ржем. Как, ну по-любому, да. Да. Кто для тебя Соня? Наверное, друг Соня. Да? Друг. Ой, спасибо, спасибо. Конечно, друг, да. И не только друг, но такой особенный прям друг, кто, к сожалению, не всегда рядом. Да, потому что, ну, я думаю, это все исправимо. Да. Ваше любимое приложение в телефоне? Инстаграм. Ну да, Инстаграм, наверное. Почта. Нет, как и Стокс. Да. Мне очень нравится Стокс мои читать. Нет, погода. Я псих по погоде, просто. Погода? Да, конечно. Окей, меня всегда спрашивают, где я нахожу музыку. Я нахожу музыку ВКонтакте, у меня есть куча групп ВКонтакте, которые мне нравятся. Я не знаю, я вам напишу там пару ссылочек, короче, оставлю вам. И там я нахожу музыку. Я сижу тупо ночью, мне кажется, 2 часа, и просто ищу новую музыку. Иногда просто в магазинах нахожу музыку. Ты в трансляции сказала, что, ну, скорее всего, для тебя важнее любовь, чем карьера и друзья. Да, и потом этот вопрос меня просто заморачивал, я не могла спать, потому что я чувствовала себя как скотина полная, потому что я задумывалась слишком долго об этом. Конечно, любовь важнее всего. Что выберешь ты? Такой сложный очень вопрос. Любовь, знаете, дружба, карьера. Я, наверное... Вот Соня сказала как-то один раз такую фразу, что Леди Гага сказала. То, что если у вас будет выбор между любви и карьерой, выбирайте карьеру, потому что она в одно утро не проснется и скажет, я тебя больше не люблю. Да. Такой баланс. Вот из-за этого, я думала, потому что мне кажется, человек не должен выбирать. Да, он должен. Это все должно быть в гармонии, вместе. Если делать прям карьеру, офигенную, то места любви нету. Это правда, да. Либо выбирать что-то такое средненькое, то есть, ну, нормальная карьера средняя, да, нормальная любовь, семья. Да, но мне кажется, до какого-то возраста можно посвятить себя карьере. Да. Ну, мне вообще, я маленькая. Хотя хрен его знает. Блин, если любовь, я вот считаю, если человек тебя действительно любит, и ты его любишь, то он с тобой пойдет в любую страну, в любое место, где ты делаешь свою карьеру. Я думаю, что так. Если это любовь, вы будете вместе. И неважно, карьера, не карьера, не знаю, мир рушится или вселенная перерождается. Вопрос такой странный. Как путешествовать по миру, если бюджет ограничен, не хочется целый год работать ради одного отпуска, хочется жить путешествиями? Ну вот это, кстати, наверное, наша жизнь, да, такая путешествие? Не к сожалению, конечно, это классно, но хочется... Бюджет ограничен. Ты должен просто заниматься тем, что связано с путешествиями. Да. То есть ты не должен работать, к примеру, если ты хочешь путешествовать, почему ты работаешь врачом или, как называют их, которые деньги считают, экономистом, и зарабатываешь себе на эти отпуски, чтобы поехать. Пожалуйста, работай в турагентстве. Ну да, мне кажется, если тебе что-то безумно интересно, надо это изучать на интернете. Даже неважно, путешествие ты хочешь или кем ты хочешь работать, надо все изучать про это, знать твой кумир какой-то, который тоже живет такой образ жизни, который ты хочешь иметь. Изучить все про них и как-то идти более-менее в том пути. Скажите друг другу, что вам больше всего нравится в вас? Что тебе нравится во мне? Тебе? Да. Твоя энергия.
Маша такой человек, когда она уходит, я такая, я охреневаю слегка, я такая, боже мой, куда делась мы, не знаю, просто она заряжает с таким счастьем и позитивом, и смехом, я не знаю, просто чувствуешь себя офигенно, когда с Машей. А мне нравится то, что Соня такая, она внутри себя мудрая, то есть, да. София философ. Да. Это моя правда, это очень круто, это безумно круто, потому что... Когда ты с Соней разговариваешь, ты понимаешь, что я могу... Меня не понимают многие люди, когда я говорю, вот, начинаю говорить про строение этого мира, как все устроено. А Соня сидит, слушает и делает себе какие-то комментарии. Она говорит, да, я тоже, черт возьми, об этом думала. Да. И круто вот то, что ты можешь рассказать человеку, то, что он понимает. То, что он не подумает. Пока. Какое качество тебе нравится больше всего в человеке? Ну, в парне. А, в парне, да, скорее всего. Какое качество? Да, это чай первое. Первое качество — это добрый, искренний с тобой, и чтобы он был защищал тебя, вот молодой человек, если. Чтобы я могла чувствовать себя спокойно рядом с этим человеком. Чтобы я могла идти рядом и знать, что если на меня нападут маньяки какие-нибудь, я останусь жива. Вот важно для меня это, чтобы этот человек был моим оберегом в жизни. Вот так. Всегда всю жизнь я не могла ответить на этот вопрос, потому что, я не знаю, если мне человек нравится, то он просто мне нравится как человек. Нет идентичных качеств всех людей и всех мальчиков, которые мне нравились. Они все свои люди и характеры какие-то. Мне кажется, самое главное должно быть, что есть искра какая-то, что просто ты чувствуешь, как будто какой-то щелк есть с человеком, да? И горят глаза на него. Их история как-то совпадает с твоей, что гармония какая-то есть, я не знаю, для меня это самое главное. Какое место вы бы хотели сейчас уехать? В Лос-Анджелес. Да, блин, какая-то Лана Дель Рей песня играла сегодня на показе, она пела про Лос-Анджелес, у меня прям мурашки бегали, я так хочу. Аленка или Милка? Аленка. Ты с Соней, ты снималась в Camp Rock, да, снималась. Что такое Camp Rock? Camp Rock — это кино. Я снималась как в массовке, и там есть кадр, где Джо Джонас или Джонас Бразерс, короче, они ходят по концерту, и я сзади них такая улыбаюсь. Очень давно. Как же больно, когда ты не можешь получить желаемое. Да, я согласна с тобой, но тогда это не твое, мне кажется. Все, что должно быть твое, будет твое. Mm-hmm. А когда ты просто бьешься, не знаю, во все закрытые двери, это значит не твое. Просто запомни. Скажите о том, без чего вы не можете провести ни один день в вашей жизни. Солнце. Да, это тоже. Это тоже. Без колы. Без колы. Без душа. Да. Без каких-то таких вещей, которые нужны человеку. Ну что, маромойка. Маромойка? Представление окончено. Вытравила слезы и пошла дальше пускать пыль. Маромойка — это плохое слово. Ну, это типа значит, там, не знаю, мразь. Так. Плохое. Ага. Мы прибежали, да, мы прибежали с Fashion Week, сняли это видео. Да. И бежим сейчас. Да. Нам надо за 10 минут добежать. Нормально. It's okay. Нормально. Все. Ну все, спасибо, ребята. Люблю, целую, обнимаю, как ты обычно говоришь. Ага. Вот. Mm-hmm.